Вы можете сообщить ревизорам об имеющихся проблемах по обсуждаемой теме. Специалисты Комитета государственного контроля внимательно изучат каждое обращение. Изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на горячую линию и задать вопрос можно по телефонам КГК области 8-0-2-3-2-23-83-96, 23-83-97, 23-83-98.